il n'y a rien d'intéressant ici. Всем, чуваки, проходим контракт, что у нас там по заданию. Убить посланника Красного Дракона, убить Добро пожаловать в Гонконг, 47-й. Недавно с нами связался очень богатый заказчик. Он хочет убрать некоего Ли Хонга, главу триады Красный Дракон, а также уничтожить саму триаду. Сейчас Хонг обладает большой силой и влиянием. Вы не сможете до него добраться. Чтобы ослабить его, вы должны развязать войну между двумя основными триадами. Первый шаг в этом задании – убрать представителя Красного Дракона, которого Ли Хонг посылает на переговоры с триадой Синий Лотос. Встреча пройдет в парке Чудай. Представителя Синего Лотоса нужно оставить в живых, чтобы его заподозрили в убийстве. Мы не располагаем информацией о представителе Ли Хонга, но известно, что это формальная встреча, поэтому на нем должна быть официальная одежда с символикой Красного Дракона. Он будет осторожен, так что сделайте все аккуратно, 47-й. Наш заказчик хочет, чтобы убийство совершили именно вы. Покажите свой стиль, за который он хорошо заплатит. Ну, я понял. Пошли. Так, подожди. Бля, откуда стрелять-то? Точку найти. Не видно никого. Нет никого, что-то похоже. Ну подождем еще. Обычно, бля. Бля, вам показано, что они там их шарятся, видно. Только никого я не вижу.
где же путь отхода? МП-5 с глушителем бесшумно убийца за всю игру. Ну понял, че. Стелс, тихий убийца, рейтинг. Время 3:35. Всем спасибо, чуваки, кто смотрел. Всем пока.